На улице Бурачика во Владивостоке монтируют новую теплосеть. Отремонтировать этот участок стало возможным благодаря выделенному правительством Приморья специальному казначейскому кредиту. Производится монтаж новых лотков, новых тепловых камер, новых узлов, новое тепловое оборудование, поставляется все согласно утвержденного графика, поставки идут. Протяженность теплосети общая двух контуров порядка 784 метра по трубе именно, по лоткам там чуть-чуть меньше, порядка 700 метров так, с хвостиком. Это обеспечит у нас бесперебойное прохождение отопительного сезона. Капитальный ремонт проводится на участке теплосети в районе улицы Бурачика 11, 13, 15 и 17. Кроме того, в текущем году по указанному кредиту ремонтируются участки теплотрассы на улицах Русской, Громова, Приходько и Днепровской. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.